Салют, друзья мои! С возвращением вернулась та самая рубрика с распаковкой огромного количества посылок с сайта AliExpress, но не только с сайта AliExpress, от больших до самых маленьких посылок, от дорогих до дешевых. Я чувствую, сегодня мой нож повидает и взрежет огромное количество посылок. Погнали! Тебе, наверное, интересно, что здесь находится, да? Потом. И первой посылкой пойдет у нас вот такая продолговатая. Хрен знает, что здесь находится. У меня здесь уже накопилось огромное количество посылок. И здесь находится кейс. Кейс для iPad. Заказывался он примерно месяца два назад. Здесь в комплекте у нас имеется защитная пленка, но у меня уже стекло наклеено. И, собственно, сам вот такой чехол. Чехол недорогой, и, собственно, он и выглядит особо недорого, но штук довольно приятно сделано. Имеются магнитные подставки, и, собственно, здесь iPad'ик будет достаточно хорошо себя чувствовать. Имеется также прорези под кнопку включения, выключения, убавления, прибавления громкости и качельку, собственно, беззвучного режима. Вот такой вот он себя чехольчик. Ссылка будет в описании под этим видео. Здесь вообще что-то самое дешевое-дешевое. То есть вот я заказывал валом всего от 1 до там 3-2 долларов. Наушнички. Опять же, наушнички, которые просили заказать подписчики. Вот они приехали. Сколько, опять же, не помню. Ссылка будет в описании. Здесь где-то будет ценник на экране. Цена этих самых наушников. Окей, подрубаем, слушаем. Но ничего, ничего. Кстати, выполнены довольно неплохо. Нормальная резина. Сами они из себя вот такие. По-моему, они доллара 2-1,5 стоят. И здесь, по-моему, и право-лево нет. Да, окей. Ну, китайцам похеру, в принципе. Даже есть hands-free. Ни хрена себе, да? И клавиша ответа. Окей, давайте посмотрим. Не-не-не, я в наушниках тестирую. Ну, ты меня нормально слышишь? Ну, и я тебя отлично. Окей, слушай, я тебе перезвоню, когда закончу все это дело, ага. Так, относительно... Тихо-тихо. Относительно того, как слышно меня... Отлично, говорят, слышно. Я тоже слышу. Но слышимость какая? То есть... звук очень плоский. Ну, скажем так, за 1 доллар только как гарнитура, по которой звонить. Потому что звуком здесь наслаждаться не плоско. То есть басов нет, середина, верха, все. И то верха такие подрезанные малость. Но как звонилка, то есть разговаривать вполне себе. Ссылка там, все дела, вот здесь где ценник. Здесь, нет, вот, вот, вот так. Так, Kitchen Gadget. Что за Kitchen Gadget? Хрен его знает. Kitchen? Вы точно уверены, Kitchen? Какой-то кошелек какой-то, Kitchen Gadget. Kitchen? Эй, китайцы, что вы там на кухне будете делать вот этим? Селедку режете или что вы там делаете? Морковку по корейски? Нет, это корейцы. Что вы, китайцы, делаете на кухне? Это обычный набор отверток, и, да. По-моему, стоит вообще доллара 2-3, если не ошибаюсь. И как это все тут достается? Ага, вот так. Все, окей. Ну, откручивает это понятно, закручивает, ну-ка, посильнее, если жахнуть. Да не, не срезается особо. Да, не, неплохо, неплохо, прям хорошо. Здесь все это дело еще фиксируется вот таким проворотным, проворотной башкой, и все это дело не выскакивает. Как только нужно нам это все достать, пожалуйста, раскрутили, достали. В принципе, нормальная штука, и где-нибудь в хозяйстве маленький какие-нибудь, не знаю, там, смартфончик подкрутить, там, какой-нибудь, не знаю, часы, все что угодно имеется, даже чехол у нас. И все это дело, если я не ошибаюсь... 2, 3, ну 4 бакса, да, это сколько у нас, ну рублей 200, окей, нормально, пойдет, почему нет, откручивает, закручивает, но только почему Kitchen Gadget, хрен узнает, китайцы, вы что, серьезно, вот этим всем делом, ой, здесь огромное количество всего, на самом деле, вот часто на экране, дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар, и посмотрел, как у нас, значит, все здесь выглядит и какие у нас здесь биты, понял, да, понял, понял. Так, следующий гаджет у нас XLQ. Я уже не на китайском говорю, да, каком-то. Чарджер. Короче, какой-то чарджер. Смотрим. Чарджер, чарджер, да. Чарджер, да, да, да. Что это такое? А, фу ты, ну ты, блин. Короче, это чехол, вернее, корпус для Powerbank. Здесь даже написано Powerbank, bang, bang, bang. Гэнг-бэнг, короче, делать. Вот, ну ты понял, да? В общем, сюда устанавливаются две батарейки, или вернее аккумулятора формата 18650, две штуки, насколько там, шоколадки обычно, да, как это, вейперы, скажите, шоколадки на 3000, да?
и R25, по-моему, на 2600. В общем, установил, 5000 мАч тебе здесь обеспечено. И, собственно, USB-шник для зарядки ее и, собственно, для подпитки того, что вы хотите зарядить. Вот так все это дело защелкивается. Ну и представьте, что здесь у вас два аккумулятора. И все, вперед, да? Поехали. Так, здесь написано WistPax. Что это такое WIST? WIST, Whistle, знаю, Swift, WIST. Whisk, whisk, это, наверное, борщ, это борщ, ну ты понял, да? Whisk, whisk, ну ты знаешь, что такое whisk? Ты не знаешь, что такое whisk, whisk? Whisk, whisk, whisk. Whisk, оооо, что это такое, ты скажешь? А это вот такой вот, не знаю, ремень с сумка с пузом. Ну ты понял, да, как это выглядит, да? Ты понял, да? Сейчас одену, сейчас одену. Такой, о, подождите, я пузо почешу. На самом деле такая фановая херня. Ну, короче, просто сумка с фотопринтом на ней в виде волосатого пуза мужского, да, такого, с большим пупком. Но ты понял, да? Я не знаю, блин, такая ржака, блин. Так, phone case. Что за кейс? Прям интересно, что за кейс. Я когда-то заказывал себе на Redmi 5 чехольчик, а здесь... Ага, хрен там кейс. Здесь, скорее всего, защитное стекло. Защитное стекло наверняка на мой Redmi, да? Попробуем же. Нафиг я что-то заказываю. Попробуем же. Так, наверное, снимем чехол. Кстати, многие спрашивают, а что за метка, чувак? Нафиг ты вот этот на чехол прицепил? Да, это обычная фигня, ничего особенного. Так, протираем, значит, стеклышко. Окей, все зачистили и все, окей. Китайцы, вы что, ебнутые, что ли? Я заказывал на Redmi 5. Поклейка стекла отменяется, меня китайцы просто-напросто наебали, вот и все. Ладно, спасибо. В следующем пакете у нас earphones, то есть наушники. Смотрим, что за наушники. Опять же, какая-то дешевая штука, тоже бакса 2, наверное, может быть 3. Ну, короче, в пределах 100 рублей. Даже чехол имеется и все педали, вот такое дело у нас. И даже крючочек, то есть можно даже прицепить и ценник повесить и продавать у себя где-нибудь в павильоне. Ладно, давайте посмотрим. Чем-то, блин, цирконы напоминает от Rock Space или что там я распаковывал. Ну ладно, ладно, сейчас мы посмотрим. О, блин, здесь даже чутка побогаче даже. У нас имеется даже еще и плей-пауза, плюс-минус, там перемотка и гарнитура. Окей, окей, слушаем эти уши. Это еще нормально звучит. Ну вот в настройках Xiaomi можно ми-капсулы выставить. Вот прям с ними они хорошо звучат. Более плотничково такие обычные вкладыши. Ничего, ничего, прям ништяк звучат, серьезно. Рок прям звучит. Ху-ху-ху. Изумительно. Окей, давайте проверим, как гарнитура не работает. Чехол есть даже, все, ёлы-палы. Все прими. Алоэ! Здравствуйте, как меня слышно, можете сказать мне? Хорошо, ну отлично, я это хотел узнать, я просто сейчас проверяю здесь гарнитуры понемножку, да? Нормально слышно, нет? Все, отлично, все, давай, баркулики. Ну, я вам что хочу сказать, как гарнитура, прям вообще шуба-дуба, то есть нормально слышно, говорят, и на самом деле меня, блин, привлекло, как они звучат. Прям хорошо, серьезно, 2-3 доллара, сколько они там стоили, это классно, и даже еще и чехол есть. И, в общем, вообще, китайцы молодцы. Я думаю, нахрен я вообще эти блицфоль в закат? Нет, на самом деле, я шучу, но звучит достойно для... И вроде и кота нет. Откуда все это? По Portable Brick Prut Puck Export. Export — это хорошо. Я не сломал ничего, нет? Ага. Ха! Принеси ко мне коровка молочка! Короче, обычная, типа, наверное, противоударная бутылка. Что-то такое у меня уже было. Сюрприз? Прокладка? Ну, в смысле, ты понял. И, в общем, вот такой тренчик. О! Вот так. Ну и, собственно, у нас имеется еще резиновая прокладка, которая не будет давать нам... Ну, офигенно я вставил, конечно, не будет давать протекать. Ну, Илюша, криворукий, рука... Что? Рука что? Вот так. Ну, все, ништяк. Вот такая, как спортивная, да, она
BPA Free. Что такое BPA Free? Здесь еще куча всяких иероглифов нарисовано китайских. Ну, что-то подобное у меня было. Мы даже это сбрасывали с 5-го этажа, и ни хрена с ней не случилось, не разбилось. Ну, нормально, в принципе. В бутылочку можешь играть. Вот, вот с такой бутылочкой в бутылочку играть прям самое то. Ссылка в описании, ценник вот прям на экране. Вот прям на экране. Вот, вот такой. Вот такой. Так, здесь у нас Fake Cam. Эту штуку я анонсировал, что я ее закажу еще на распродаже Алиэкспресса. Ага, сейчас запутаешься, да? У них же везде распродажи. У них каждый раз что-нибудь распродажи. Сука, накрутят цены, а потом всегда сбрасывают. Ну да, но в помощь летишопсовский этот самый приложение, расширение, которое отслеживает все это дело. Куча поролона или как ее там, ну что это, пупырка. И, собственно... Вот так, еще даже есть крепежи. Ну, собственно, нарисована та самая камера, которая была и нарисована в описании с этим товаром. Но на самом деле это не как таковая камера, то есть фейковая, ты понял, да, что это такое, да? Тут еще даже наклейка имеется вот такая, типа, за вами следят, имеется видеонаблюдение, и эта штука просто-напросто цепляется и куда-нибудь вот так, наверное, уводится. То есть фейковая камера, нахрен она такая нужна, спросишь ты, и что, это никакой смысл, пугать, бляха-муха. То есть, когда вот такая штука на тебя смотрит, когда ты хочешь что-то спиздануть, эта штука на тебя смотрит, и ты такой, я ж тут чисто так погулять пришел, да, она ни хрена никуда даже не подключенная, но элемент отпугивания у нее имеется. Было бы классно, вот было бы вообще зашибенно, если бы она еще имела батарейки какие-то, и эта штука бы еще моргала. А может имеет, нет? Может я что-то инструкцию не прочитал? Мы же русские люди обычно смотрим, потом инструкцию читаем. Хер его знает. Вот, вот не знаю, нет никаких клавиш, нет никакой инструкции, но нарисована вот такая хрень. Ну, я буду надеяться, то, что она именно ночью активируется как-то, может, по датчику. А как батарейку менять? В общем, хрен его знает. Ни инструкции, ничего нет, но даже вот так она будет все равно пугать. Ну, понял, да? Пиу-п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 иу. Здесь у нас компьютер, мобайл девайс. А что это такое? Мышка, мышка за $1. Мышка. Дешевая такая, дешевая. Щелкает, прям щелкает. Кнопки нажимаем. Открыть, открыть. А двигаться мы будем, нет? Мышка за $1. Ни по какой поверхности вообще. Вот вам и мышка за $1. По-моему, вообще. Ну что вы делаете, китайцы? Ну хоть как-то. Следующая посылка называется Lens Pouch. Откуда волосы? Lens Pouch, это... Lens Pouch, а, это я уже себе заказывал те самые фотоништяки. Здесь, в общем, под объективы вот такой вот маленький чехольчик. Сюда, в общем, объектив, чтобы все это дело перевозить и транспортировать. Такую штуку вы у меня уже видели неоднократно. Это банальный кейс для... SD-карточек, то есть вот такая штука, сюда укладывается 3, и далее есть второй отсек, сюда укладывается еще 3. Собственно, вот так. У меня уже подобная штука есть, очень удобно хранить свои карточки, где они не валяются, не разбрасываются, все на месте, все как надо, в общем, штука годная, уже проверенная, сколько она у меня, ну, в общем, долго и очень хорошо. Алюминиевая, нормальная, пропролоненные все эти фиговины, супер. Так, Tire Pressure Warning Device. Что это? О, вот эти штуки классные. Короче, это на соски, ну в смысле не на, ну ты понял, да, на соски автомобиля накручивается. Ну хорош, ну что, ты же понял, о чем я говорю, или не понял? В общем, накручивается на сосок автомобиля. Да успокойся ты, ёпты. На сосок автомобиля, и, собственно, они показывают давление в шинах. То есть, когда эта штука загорается, индикатор поднимается до красного, опускается точнее, то у нас, значит, отображается, что давление в шинах очень маленькое, нужно подкачать соски. Ну... И когда зеленые полоски полностью у нас, значит, поднимаются, то это значит, что у нас давление в шинах нормально и соски не надо качать. Ну вот такая штука, стоит вот столько, и ссылка будет в описании. Вещь очень удобная, сейчас пойду и прям на свои соски и накручу. Это обычная ручка лазер, которая ни хрена не работает. Здесь, наверное, батареек ни хрена нет, да? Ну, точно пожадничали, здесь нет батареек. И как мы его проверим? А никак. Собственно, нужно покупать отдельно батарейки и все это дело тестить. Ну, в общем, лазер, ты видишь, как он светит? Какой он яркий. Зю. Ну, в общем, вот такой вот лазер. Pocket и Digital Scale Tool Jewelry.
что-то связанное с... Да, это у нас весы. Весы для всяких маленьких предметов. То есть джевелит это у нас, значит, для того, чтобы взвешивать всякую ювелирку и тому подобное. Здесь нужны две батарейки мизинчиковые. Да. Вот такие две маленькие батарейки. Кстати, это необычные батарейки. Это аккумуляторы, заряжающиеся от микро-USB кабеля. Были у меня на обзоре и очень полезная штука. То есть я уже не запариваюсь с пальчиковыми батарейками. Вот так вот вставил и все. Надо, зарядил через микро-USB. Не паришься с приобретением такой штуки. Ни хрена себе, чуть-чуть прикасаюсь, уже это вообще тут до милипусечки. То есть, действительно, это нужно всяким ювелирам и тому подобным людям. То есть, они тут и в унциях, и в чем только, короче, и в караты, и в граммах. Ну, нормально, нормально. А, он еще показывает, что тут что-то лежит. Ха-ха-ха, ясен фиг лежит, смотрите. Он вот эту штуку воспринимает как что-то лежащее. То есть, настолько точные. Ну и также можно отключать и включать подсветку, то есть, ну, если вам надо вкл-выкл, и все. Вот такие компактные, вот так вот, да, вот так вот, вот такие компактные весы, которые пригодятся, скорее всего, вот для ювелиры, кто там еще, кто такой, кто этим занимается еще? Медики, вот медики, вы там всякие по этим меряете. И наркоманы еще, да, они, ну, не наркоманы, драгдилеры, скорее всего, вот. Какой-то ридер. Reader's Digest. Помнишь такое, да? Или не помнишь? Или ты маленький еще? А, картридер. Очень удобная штука для тех, у кого нет картридера, встроенного в ноутбук, либо в ПК. Вот такой вот картридер для, получается, у нас SD-карточек и HC-карты. Ну, вот так вот. Все это дело с хорошим колпачком, USB-шный, и сзади у нас имеется еще два слота под разные карты, под microSD и еще какая-то большая карта. Хрен его знает, я пользуюсь только SD и microSD. Вот такой вот картридер, ссылка в описании, и здесь где-то на экране будет у нас ценник. Phone holder. Что за phone holder? Хрен его знает, не помню. Лампочка вообще какая-то. Бонусом положили. Лого, Почта Россия, бонжорно! Так, что это за phone holder? Что это такое? Ну и типа вот так. Ну, планшет можно сюда замутить. И либо вот так вот смартфон, чтобы стоял. Да, интересно. Ай, бля! В общем, вот так. Все это дело. И нормально, прорезиненные у нас такие штуки. Единственное, что мне не нравится, что оно все какое-то поцарапанное, потертое, блин. Ну, имеется снизу две вот таких резиновых вставки здесь и здесь. То есть это дело очень... трудно катается. Ну и вот так вот уложил, и ты типа модный. Ну, в общем, вот такой вот держак для смартфона. Ссылка в описании будет, и ценник на экране. Здесь мне еще продавец бонусом положил и... О, вот такая штука. Ну, светит довольно ярко. Ну, как лампочка сойдет, но я не знаю, кто с собой таскать будет это. Ходить по ночам, наверное, светить. Нет, так достаточно хорошо светит. Так, phone case. Я надеюсь, вот это, наконец-таки, мой чехол для Redmi, моего пятого. Ну, не такой хотя бы, как стекло придет, потому что, ну, это писец какой-то. Хо-хо-хо. Да, это он, наверное. Нет? Или да? Или... Нет! Ай, бляха-муха! Сука, почему мне так не везет с чехлами? Я вот... Видит Бог, наверное, что мне нужно менять этот смартфон. Это все из-за этой метки, блин. Вот если бы я эту метку не поставил, блин, она на самом деле... Ай, ладно. Че я вам буду рассказывать про эту метку, блин? Ну, опять... Подозреваю, что это для Redmi какого-нибудь третьего. Вот, сяомисты, вот напишите в комментариях, для какого смартфона вот этот чехол? Я уверен, что это для Xiaomi, потому что я заказывал для Xiaomi, но... Китайцка опять все перепутал. Спасибо тебе большое, молодец. Вот тебе низкий поклон. Ни стекла, сука, ни чехла. Распакуем следующее. Следующее и последнее — это вот эта большая посылка, которую ты нас ждешь. Что это такое? Что здесь? Что это такое? Что такое? Что такое? Сейчас тебе покажу, что такое. Чем он это смотал, блин? Что это такое? Короче, здесь что долго ходить, что долго гадать. Обычный поролон, который у меня сзади на стене. Только китаец, сука, вот я покупаю в этот раз у другого продавца. Что он сделал? Он вот это сделал. Теперь это разглаживать, это просто жопа. Нахрена он это смотал? Хрен его знает. То есть предыдущий, вот это все, простенько вот упаковал вот так, одну на одну. Ну нахрен мне эта связка нужна? Вот этот ровный. А с этим мне теперь что делать? Отмудила, а? Похож на крокодила.
В общем, вот такое количество товаров мы сегодня с вами интересных распаковали. Особенно мне порадовал вот этот вот, ну, пузяк. Ну, ну, прикольная же штука, ну, не туда немножко, да, вот так. Ну, ты понял, ты видел, как это все дело. И особенно он классно смотрится с верхней камеры, как будто здесь, ну, ну реально пузо свисает. Ну, посмотри, ну, посмотри. Вот. Что из этого годное-негодное? Ну, как по мне, наушнички черные вообще шуба-дуба за эти бабки офигенные. Вот эта штука клевая. То есть она действительно будет отпугивать всяких дурачков, которые, ну, хулиганов, да, которые захотят что-то сделать. И плюс еще крепежи есть. Неизвестно, как это горит, эта хрень. То есть никак от темноты, от всего этого дела не реагирует. И довольно забавный вот этот вот набор отверток. В принципе, для всяких там, не знаю, часы там подтянуть что-нибудь, какой-нибудь смартфон и тому подобное, классно. За чехлы и стекла вам, китайцы, вот вообще охренеть какое спасибо, вы прям угадали. И маленькое стекло прислали, и огромный чехол, вот прям ни разу, вот около туда, около сюда, но никак не для Redmi 5. Спасибо огромное. Из годноты, опять же скажу, вот эта штука проверенная уже, это прям обалденная шуба-дуба. Такие подобные картридеры я заказывал своим товарищам, там, фотографам, видеографам, работают по сей день охрененно. Этой штукой я сам пользуюсь, у меня похожие есть. И, естественно, для моего айпадика второго миника вот такой чехол. Удобный, хороший, подобный уже у меня есть, просто уже потрепался, и теперь у меня есть замена. Ну и весы, я считаю, что годная штука, прям вообще до минимума все считает, прям классно. Мышь это вообще, я не знаю, она даже не хочет, да? Я тебе... Вот. Остальное все годненькое, ну и в бутылочку поиграть можно. В общем, как-то так. Следующий видосик будет с очередной порцией подобных гаджетов, ништяков, годных, негодных штук. Что думаешь ты относительно всего этого, пиши в комментариях под этим видео. Что тебе больше всего понравилось из этого, опять же пиши в комментариях под этим видео. И жди следующую порцию вот таких вот распаковочек. Пока!